«Фантазия и фуга соль минор» Иоганна Себастьяна Баха – одна из любимых мелодий папы римского Франциска. Хуан Парадель Соле – титулярный органист Сикстинской папской музыкальной капеллы. Он сопровождает литургии папы в соборе Святого Петра в Ватикане, пожизненный первый органист базилики Санта Мария Маджоре, одной из четырех великих папских базилик Рима. Во Владивостоке Хуан Парадель Соле дал всего два концерта. Для поклонников органного звучания это исключительный шанс напрямую соприкоснуться с музыкой, которая звучит в Ватикане. Лично разговаривать с самим папой мне выдается нечасто, но когда играешь в главном католическом соборе в Ватикане, а мессу ведет сам папа, это ни с чем не сравнимое чувство. Первую мессу Хуан Парадель Соле играл для папы Иоанна Павла II. Вспоминает, в тот момент, когда его представили папе римскому, не смог произнести ни слова. Органистом в Сикстинской капелле он служит 7 лет. С гордостью признается, за это время ни Бенедикт XVI, ни Франциск не сделали ему ни одного критического замечания о работе. Я играю не только духовную музыку, но и светскую. Для меня главное, чтобы это была хорошая музыка. Вообще играю на любом инструменте с клавиатурой, выступаю с концертами по всему миру. Во Владивосток Хуан Парадель Соле приехал впервые. Но Россия для органиста уже давно не загадочная страна. Со своими концертами он побывал во многих городах нашей необъятной родины. Говорит, российская публика любит органную музыку, особенно Баха. Хуан Парадель Соле родился и вырос в небольшом городке Игуалада в Испании. Учился в религиозной школе, пел в хоре. Однажды коллектив пригласили спеть на мессе в местном соборе. Там, вспоминает Хуан Парадель Соле, стоял прекрасный старинный орган. В тот день он услышал его впервые и был покорен его звучанием. А в 9 лет Хуан Парадель Соле уже исполнил на органе партии для мессы. Программа во Владивостоке разделена на два отделения. Первое отделение – на духовом органе. На нем исполняю музыку в стиле барокко. И второе отделение будет в хорах, на большом электронном органе. На нем исполню романтическую французскую музыку прошлого века. Там очень хороший звук. Во Владивостоке у Хуана Параделя Соле свободного времени почти не было. Практически все время он провел за органом. Признается, так происходит всегда. Однако он успел прогуляться по центру города и сделать много фотографий. Говорит, увезет в своем сердце воспоминания о море, кораблях и прекрасной местной публике. Светлана Садовая, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.